Всем привет! И сегодня мы поработаем над атакой. Пару секретов атаки и как обгонять, как готовить свою атаку, как расшатывать соперника. Это и многое другое в наших видеоуроках. А сейчас мы продолжим, условно, предыдущий урок, где, наоборот, ехали эти пилоты. Паненко, Медведева. Только тогда Даша атаковала, я защищался, а теперь наоборот. Мы поменялись картами, как удалось ей обороняться в прошлом уроке, мы видели, а теперь как ей удалось атаковать, а мне обороняться. А теперь наоборот, я атакую, она обороняется, и смотрим, что из этого получится. С комментариями, конечно. Вот здесь по дуге все то же самое. Даша внутри, точно так же защищался я, но... Вот видите, какая разница. Ошибка Даши была в том, что она ехала за мной близко в этой связке. И не готовила атаку, чтобы потом на дуге пробовать как-то меня объехать сразу же. Да, там, по внешке, внутри прессинговать. А здесь я отпускаю далеко соперника своего. Мы всегда так делаем перед связкой. Да, то есть ныряю глубоко, для того, чтобы иметь хороший ход и выхода. И вот какая будет разница в скорости сумасшедшая здесь. Что? Ну, тут этот маневр не проходит, но факт в том, что вы должны всегда готовить атаку, отпускать соперника именно в связке поворота. Первое в начале, для того, чтобы потом при выходе напрямую иметь преимущество скорости и уже отходить. Была бы легкая ошибка заминка, по внешке можно было бы нырнуть, внутрь нырнуть, как угодно. Здесь точно так же мы с внешки, в данный момент соперник внутри, и наша задача готовить момент вот еще там, далеке, до этого. Здесь это уже карта идет на газу. И мы должны рассчитать, что сейчас обороняющийся соперник сдвинется на внешку. Здесь откроется пространство, в которое мы ходом войдем с большей скоростью, чем соперник. И будем иметь очень удобную атакующую позицию перед следующим поворотом. Вот. Видите? И ошибка сейчас уже видна. Да, то есть у нас один в один были ситуации в прошлый раз. Но здесь... Обороняющийся пилот, видимо, в атаке обороны будет всегда и про того, и того, потому что успешная атака зачастую это неуспешная оборона, поэтому мы будем говорить в этом видео не только об успешной атаке, но и об ошибках обороны. Здесь нужно прижиматься к сопернику, не нужно продолжать ехать узко, мы себе просто делаем невозможным поворот, напрямую невозможно... неудобным и даем все карты в руки сопернику, который атакует, для того, чтобы он просто перекрестил вас. Вот, пожалуйста. Все. Слишком просто и по-детскому в данном случае только вот из-за вот этого пространства. Только бы сейчас Даша бы сместилась и оперлась бы на атакующий карт, уже бы этот маневр легкого перекрещивания внутрь не получился бы. А здесь просто в двух связках я перекрестил внутрь раз, перекрестил внутрь два, и все. Учитывайте это. Так, планируйте обгонять тех, кто не смотрит эти видео, а те, кто их смотрит, учитесь так обгонять, но при этом... Знаете, что если рядом будет тот, кто увидел, как нужно обороняться, то это будет сделать не так легко. Нужно просчитывать, учитывать соперника, какой это соперник. Ну, здесь я не прав. На 100%.
Вот снова мы выезжая с этого с дуги, с поворота, мы идем внутри. И вот ошибка основная здесь и вообще в траектории в этом повороте, что когда мы к нему подъезжаем узко, и карт вот у нас смотрит еще туда. Этот карт уже хочет с газом поворачивает в этот поворот. И потом у нас в итоге получается очень сильная недостаточная поворачиваемость у карта, который стремится туда. И он мимо пролетает этого апекса. Вот видите, какое огромное расстояние. И в этот момент он еще тормозит, приходится доворачивать. И подъезд к следующему повороту безумно из этого получается неудобным. И в него очень сложно повернуть вот с этой позиции. И нужно либо очень слишком присбросить газ и замедлить карт, либо его будет сносить на внешку, что сейчас произошло. Видя этот момент, мы должны чуть-чуть расшириться перед этим поворотом и попробовать опять-таки перекрестить внутрь. И все, у нас получается вот здесь появляется пространство. Дальше, конечно, на внешке не всегда легко удержаться, но за счет преимущества скорости в данном случае это удается. Но и на внешке удается удержаться обороняющую всю карту. Причем я хочу обратить внимание, что точно так же нужно делать и вот так, как сейчас сделала Даша, да, то есть можно спокойно там по внешке пройти соперника своего. Но здесь вот разница в скорости не позволяет и Даше удержаться. Все-таки карт намного-намного быстрее. Ну и вот здесь сейчас мы поговорим, наверное, да, вот. Не надо бояться в этом повороте по внешке атаковать. Нужно пробовать удерживаться и обгонять по внешке. Это возможно. Вот мы это увидели. Там я обгонял на тренировках всех, и всегда это было успешно. И с Поляруша, и Загорулька. Они всегда там страдали в этом повороте тем, что их по внешке я обхожу. Ну, задача в данном случае обороняющегося, как я и говорил, в данном случае, если по внешке пытаешься вас пройти, провести еще чуть-чуть дальше мимо поворота, стараться пролететь мимо него. Да, у вас будет потом такой выход в следующий поворот, но вы помешаете сопернику, ему придется сбросить сюда и перестроиться за вами. Еще один маневр, когда мы видим сразу же, что здесь по внешке не получается, уже в эту секунду мы готовим себе маневр к дуге, как и было в начале этого видео. То есть сейчас мы знаем, что этот карт с узкого пролетит мимо, мы мимо него перекрещиваем на поздний апекс, для того, чтобы затем иметь хороший выход и разгон на дугу. Ну а дальше уже как повезет. Получится, обойдем, не получится, мы обойдем. Здесь снова мы пытаемся внутрь перекрестить. Этот маневр не прошел, попал в бампер карта. Ну а здесь по внешке не получается. Отстоять свою позицию. Мы знаем, что в гонках Даша очень хорошо обороняется, но вот здесь при такой разнице в картах далеко не все получается, но опять-таки не получается. Много зависит от соперника, который рядом с вами. Вот здесь снова ошибка, и надо чувствовать соперника и понимать, что он сделает. В этой связке всегда есть два пути. Либо вы идете внутрь, либо на внешку. Если вы идете на внешку перед поворотом, то вот в этот момент не надо давать пространство. Еще раз, не надо давать пространство, потому что будет перекрещивание, либо будет вот так, да.
Либо будет вот так, а вот это сейчас Даша сделала то, что объясняла, что делает кабачок. Я не хочу дать внутрь перекрестить. Ну, внутрь надо не дать перекрестить не там уже, это уже поздно. А вот здесь. Вот здесь ваша оборона начинается, выхода напрямую. Здесь Даша хорошо на дуге едет сюда, она вообще не дает никакого пространства. Этот урок она хорошо выучила. А вот в последней связке пока остаются вопросы. Всегда нужно искать, подлавливать теперь. Вот снова. Тут хочется именно в обороне снова мне сказать, что снова мне удается пользоваться ошибками. Снова вот карта уходит далеко сюда. У вас он не должен туда выезжать. Это ошибка. Посмотрите, где он. Посмотрите на траекторию мою. Да, то есть вы должны облезать этот поворот и вот сюда вот следовать. И при этом на хорошей скорости. Здесь мы, когда промахиваемся этот поворот, это огромнейшая потеря. И на вот этом кусочке будет потеря. И потом еще и напрямую мы не можем выйти. И снова из-за этого бац. И мы в бампере. Вот это основная ошибка здесь, которую хотелось сказать. Мы ее видим. Ну и вот момент подлавливания, да, то есть вот здесь вот видишь далеко, да, и дальше. Уже все заточено по то, что так, я сейчас с узкого выйду на середину. И надеюсь, что в этот момент он прям в меня сзади врежется, да, там условно пытаемся подставить. А там куча пространства, где объехать. Да, то есть вот здесь ход, и вот в эту секунду нужно продолжать обороняющимися карты распускать на внешку, чтобы сохранить скорость. Но вот эта вот мысль, что нужно защитить здесь внутри, чтобы не дать перекрестить, она сбивает вас. И вы себя просто тормозите и ставите позицию, что вас объедут, как это и происходит. И вот сейчас. Ага, он на внешке, окей, он пойдет по внешке. Он пойдет по внешке. И начинаем эту внешку закрывать, чтобы поставить. А разница в скорости колоссальнейшая. И этот момент нужно учитывать, что вы выехали с узкого на узкое. А атакующий выехал с широкого на широкое. Разница в моторах большая. И мы просто бац и рядом. Так подлавливались у нас на тренировках абсолютно все. И это ошибка, которая говорит о недостаточном опыте. Ну, здесь нормально, жестко так. Так и надо. Ну правильно, а что, зачем? Вот здесь хоть какой-то был маневр, который был. Я отстаю свою позицию, да, то есть в данном случае провоз мимо поворота. Если бы не до касания, правда, еще, то было бы совсем хорошо. Дальше снова мы расширяемся, пробуем перекрестить, лучше ход набрать и попробовать там уже атаковать на дуге. Здесь по внешке пробовал, но Даша защитилась правильно, да, то есть здесь в этот момент можно пробовать здесь по внешке обойти, но опять-таки все зависит от соперника. И те, кто уже насмотрелся этих уроков, они знают, как соперника провозить мимо. Но если сзади будет паровоз, то тот, кто будет обороняться, он будет все равно не будет проезжать так мимо. И если паровоз
а вы, допустим, третий, то обороняющиеся первые двое, они пойдут узенько, у вас тем более больше шансов по внешке здесь обойти. Эти моменты нужно учитывать и по ситуации всегда выполнять маневр. Потому что одно дело, когда мы едем вдвоем, один против одного защищаемся, обороняемся. И такой другой вопрос, когда у нас группа пилотов. Там ситуация немножко меняется, как с точки зрения и атаки, так и с точки зрения обороны. Ну, вот здесь снова ошибка. Далеко. Далеко карт, которая защищается. И можно продолжать выходить с максимальной скоростью. Я, видя эту ситуацию, просто понимаю, что вот в этот момент я поворачиваю, у меня хороший ход, и я буду уже либо слева, либо справа готовить атаку на соперника, в зависимости от того, как он выйдет. Ну и важно в него не упереться, не врезаться. Вот в этот момент я не могу внутрь, не могу. Значит, я распускаю наружку. Ну, а там... Если бы в этот момент Даша распустила свой карт, то вот у меня бы ничего не получилось. Но она его замедлила, и дальше ходом я прошел. Итого у нас большую часть этого видео будет посвящена, наверное, обороне, а не только атаке. И в следующем видео мы уже поразбираем гоночный инцидент и расскажем, почему происходят те или иные моменты. Спасибо, что смотрите, приезжайте на гонки, учитесь и побеждайте.